Так, как поменять headlight на Honda Shadow Phantom 2022. Здесь держится на вот этих болтах, как я понял, этот хаузинг. А мне пришлось открутить поворотники, потому что болт упирался в крепление поворотников. Я сначала попробовал вот этот болт выкрутить, но вот эти белые крепления оставались, а там вареная гайка, то есть он все равно упирался. То есть я их открутил, просто откинул. Сейчас откручу эти болты, достану фару и потом уже пойду в офис и там посмотрю, то есть будет еще эту часть, просверлю дырки новой LED фаре. Посмотрим, как это все. Слушай, я смотрел видео, выкладывал, но там как-то, по-моему, вот на этом ободе было внизу крепление гайки, просто как бы разжимался и вытаскивалось. А здесь, может быть, это они вот позже переделали. Мне с таким мне не попадалось видео. Может быть, надо подольше посмотреть. Вытаскивается фара и вытаскивается. Сейчас двумя руками, наверное, надо. Так, немного надо было двумя руками. Здесь сверху крючок идет. Коннектор. Опять нужна сила двух рук, секунду. Так, да, коннектор плотно сидел. Так, все. Фару достали. Болтики. Ага. То есть. Так, она крепится. Здесь ребята сказали, надо будет все это размотать. Достать вот эти хомуты такие. Железки, на чем это все надо будет убрать, потому что понадобится тут место. Тут два болта открутить, чтобы пленку пока не снимать в момент установки, всего в самом конце ее. Так, сверлышки нужны, сверлышки, по-моему, если я не ошибаюсь, 1/8. Если это, да, вот это сверлышко, дрелька. Сначала надо вот эти открутить, да, чтобы с брекета ее вытащить. А потом уже остальное будем разбирать. Окей, попробуем. Так. Значит, открутил два болта, которые держали вот здесь боковые крепления, но она не выходит, потому что регулировочные болты, регулировка наклона фар, один болт, он идет сквозь этот хаузинг, а второй болт, он прям к нему крепится. Не знаю, почему они так сделали, но то есть сейчас надо будет регулировочный болт откручивать. И... Так, все, снялось вот этот болт. Пришлось его здесь выкрутить. Может, вот через раму, через эту был прикручен. Так. Как-то
Сейчас проверим. Чуть-чуть она сместилась, блин, вниз. Так вот видно, что она не ровно по центру вот этой вот части выпуклой, блин, чуть сюда смещена. Да, вот такие могут быть ошибки, надо вымерять все прям. Хотя я вымерил на керде, ну как бы на керде, так сверлышком покрутил, чтобы точка была, все, когда еще крепление было одето. Вот, это более четко, ровно. Но здесь еще не просверлил, сейчас начну сверлить. А здесь уже вот так. Получается. Вроде ровно эта тень так падает, блин. Вроде тут одинаково. Так, ладно. Пойдем попробуем поставить. Открутим все ненужное и прикрутим все нужное. Что нам нужно? Значит так, выкручиваем вот эти моменты. Вот эти вот моменты выкручиваем. Так. Выкручиваем. Так, сняли. Так, ну окей. Сейчас посмотрим. Так, ну мне тут, блин, некуда прицепить. Поэтому будем. Поэтому сейчас попробую это все спрятать, поставить. И когда уже буду собирать, тогда запишу. Так. Закончили упражнение. Остановилось. Как будто бы. Но есть тут небольшие недочеты. Особенно вот когда она обратно села. Все, там болты закручены по месту. Но эти щели получились. Непонятно. Так все работает. Поворотники на место поставил. Все светится. Ближний, дальний. Так, это тоже я не подключал, там маленький проводок, но оно и без него светится, вот эти вот два верхних как бы ходовые огни. Если вечером буду ехать сегодня куда-то, посмотрю, может, поснимаю, как оно будет выглядеть, как будет свет от фары. Ну, в принципе, ребята уже все писали, все присылали, у всех все, говорят, гораздо лучше, чем оригинальный свет, ярче. Так что все, всем пока.